На заставке кадр из видео, речь о котором пойдет ниже. Необычной формы камень на одном из плато Путорана. Сначала фотографии Виталия Горшкова с плато Анабар. Ночь на Дёгдё. Если вы не успели рассмотреть так, как вам нужно, я дам ссылку на эту тему в описании. Можете зайти и посмотреть более подробно. Катуйкан в районе притока Вюрбюр. Катуйкан в верхнем течении. Строматолитовые скалы в среднем течении Катуйкана. Скальный водораздел Катуйкана и Дёгдё. Катуйкан справа и Дёгдё. Ненадолго до устья Катуйкан делает длинную петлю, меандр, упираясь по левому берегу в удивительной красоты скальный массив с целым бастионом высоких пиков и отдельностей. Нижнее течение Катуйкана. Место впадения реки Катуйкан в Катуй. И ссылка на источник панорамы Анабара Виталий Горшков. Это его авторские фотографии, 2013 год. Елена Ряб вчера, 28 июня 2020, поделилась ссылкой в комментариях под моим видео с названием «Планета Земля похожа на карьер» и написала: «Посмотрите, вам будет интересно». На самом деле интересно. Путешествие по плато Путорана в 2019 году четверых друзей, шикарная панорама с квадрокоптера и съемка самого похода. Несколько комментариев под этим видео. Евгений. Думал, зайду на минутку, посмотрю, что за видео, залип на час. Константин Лопаченко. Я так понял, фильм любительский, но по уровню превосходит многие профессиональные поделки российских документальщиков. Не останавливайтесь на достигнутом. Удачи в делах. Артем Балюра. Браво! Невероятно красивый фильм. Диктор первоклассный. Пилигрим. Посмотрел 14 минут и понял, смотреть буду до конца. Съемка профессиональная, пейзажи чудесные, музыка ненавязчивая и гармоничная со съемкой. Режиссер просто молодец. Очень приятный контент. Благодарю всех ребят. Видео размещено на YouTube 15 декабря 2019 года. Из описания под этим видео: этот автономный поход на плато Путорана мы планировали несколько лет, и, наконец, давняя мечта осуществилась. Этот интересный канал называется Сергей Грабчук, и у него пока всего 1000 подписчиков. Посмотрел, понравилось и делюсь с вами. На этом все. У нас в России есть такие места, о которых многие даже не подозревают. Канал «Веб-рассказ», Юрий Шатохин, Новосибирск, и ссылка на плейлист на моем канале «Плато Путорана», «Анабар» и другие плато, в котором 52 видео, озвученное мной. Все ссылки будут в описании под этим видео. До свидания.